этим по шайбе получил. Пошел на блядки. Весна же. И вот. Тим. Иди сюда. Тим. Чё? Рассказывай. Чё, блядь, стыдно? Да? Пизды получил. Вот как. Бравенько. Вот так вот, ну, на блядки ходить. Охренеть. Голос, 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 голос. Ой, молодец, ой, молодец, молодец, молодец. Давай лапу, лапу. Ну нет, у меня ничего нету. Сидеть, сидеть, сидеть. Лежать. Дай что-нибудь, да? Так, нет, давай, давай, давай. Сидеть, 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 сидеть. Миша, сидеть. Молодец, 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 молодец. Бежать, 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 бежать. Бежишь, да? Ты чё, тоже говорят, боевик, да? На блядь ходил. А? Мишка, Мишка. Ходил, что ли? Или не ходил? А? Мишка. На блядки ты ходил? Мишай. Ходил, да? Ходил. Молодец. А чё как? А? Тоже по шапке получил. Че, Вадим, как дела? Ты что, сонный какой-то? Не выспался, что ли? Зачем мне? А? Нормально? Нормально. Нормально? Чем, чем? Давай, чтобы это, проснуться вон, за вальком беги, вот так вот. А? А, ты уже мясником сегодня был? Да. А ты что просто так стоишь? Ты же говоришь, спина болит, вот это как раз это, разомнется. Нет, вот так, наверное. Вот так, боком, вот так. Боком? Да, да, да. Я низко опустить надо. Давно хотел сказать. Ну, блядь, а что у нас? А, нет, это 18 на 17. Это от другой партии, наверное. Давай, давай.
Поворачиваю. Морозин давно влетит. Ничего. Да? Ну, ручной, что вам так не уникально. Заглох. А? Заглох. Блять, на самом интересном месте. Бензин, да? А? Нет, он взорвался просто. Любую приправу. Подсолнечного масла. Ложим микроволновку и пошло. Ребята, ну вот, прошел один день со дня изготовления вот этой конструкции нижней площадки. Вчера мы попробовали на нем, прокультивировали, вот, но есть какие-то там посторонние свои, были точнее шумы, которые мне не нравились. Вот, что еще можно сказать, вот эту пластину снял. Поменял, чтобы ремень боль не закидывала. В общем, посмотрим, протестируем. Сегодня еще пойдем сейчас как раз смотреть в старом огороде, готова ли почва. И опять тестировать. Еще раз только. Да, вот только участок, который можно и смысл, если...
Нет, нечего лазить вот. Так, вот посадили яблоньки. Что там, бать, яблони, груши, да? Абрикос, телесин сказал. Интересные две яблони, позже стали летние две, зимние две. Интересные груши две и абрикос один. Вот. Ну, после обеда, бать, наверное, еще часа в 3-4 можно прийти посмотреть. Не надо, Вовка, даже не... И смотри, нет, ты послушай. Все-таки меньше будут работы. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот так вот до трубы. И вот эту часть прокультивировать. Да вот этой трубы. Вот отсюда от меня, вон, да вон той трубы. Здесь вот сыро. Туда даже нехер залазить, там от углины будет. На треугольник вот так вот, смотри. Ну а чё, все равно это делать надо, потихоньку, понемножку. Ну надо, он сделает, блядь, сделает вот этот квадрат, блядь. Все нормально, это как раз и высохнет потом этот квадрат. Она у тебя со своей здесь видно, что он... Там надо ее рядышком надо расковырять и потом сверху накладывать. Также две доски, наверное, подложить, чтобы и низ вот этот сгорел, да? Ну вон. Здесь он заебись пошло. Ты, наверное, помогу там не ложи. Здесь вот полезно ископаем. Вот так вот ковыряем. Хлоп. На кучку. И все в одну кучку собираем. Сейчас тоже надо это поджечь, короче. Здесь весь хлам, здесь вроде опилки, сейчас две доски-то кинуть. Это, Вадим, наверное, вот так вот, наверное, так же, да? Да. Чтобы это... Вот здесь было прекрасное дерево, на которое висело качели. Сейчас здесь стало вот так вот. Пускай прям так в длину. Мне нет, надо. Щепки? Не, как на нее? А вот так прям сюда? Не-не-не, это оно не... Оно разгорится? Нет, я тебе говорю. Оно вот так же все потушится. Нихуя не. Вот хоть так не крути. Ну вот сюда рядом положим. Все, крути, не крути. Ее разовьешь, таки он пойдет. Ну вот, так же здесь вот. Здесь просто, видишь, ковырнуть. Температуру сделаешь, блядь, он пойдет. Мне кажется, бать, не пойдет просто вот здесь вот рядом и перекладывать. Ну не знаю, попробуем. Посмотрим, что будет через 15 минут. Разгорится костер или нет? Бумагу что ли принести? А где она? Я твою брал. Ладно, есть бумага. А-а-а. С магазина. Температуру сейчас надо создать. Потом все сгорит, да? Да. Ну да. Варить, наверное, зайти надо, да? Судя по этим кучкам, которые уже горят, значит, опыт есть. Так, ну что еще на этом приезде? Сделал. Сейчас будем вешать утяжелитель.
вперед. Я не знаю, на сколько он килограмм. В общем, была вот такая рельса. Вот. Сейчас она будет немножко в другом состоянии. Сейчас прихватили, потом побольше показывать. Это пипец какой-то. Вечер уже, время 7:00, по-моему. Мы едем к родному Маше. Доделали? Но не захотел, чтобы что-то осталось. Поэтому завтра с утра собираемся в город 5:00, наверное. 5:00, может. Иди отсюда! Смотри, как козлы за мной. Иди отсюда! Будет за мной козлы. Вот, вот этот участок планируем. По времени, наверное, час, может? Может, поболее, наверное, полтора. Сейчас посмотрим. Погнали. Ребята, в этом видео мы попробуем протестировать два вида культиватора. Сегодня я вот приобрел вот такой гусиные лапки. Колёс, если привыкли, нету. Вот как сними её.